Порядок должен быть во всем, утверждает лидер общественного движения «Дорога-63» Аркадий Лазарев. Особенно если дело касается чистоты в родном городе. Собрав единомышленников, Аркадий отправился агитировать водителей принять участие в общегородском субботнике. В этом году мы планируем собрать максимальное количество активистов на уборке города. Когда мы убираемся, еще и подключаем свои силы, то это вообще очевидный результат. То есть ежегодно, из года в год мы выходим, и результаты огромные. Сделать город чище призывают и наклейки, которые Аркадий с друзьями раздают на дорогах города. Автомобилисты акцию восприняли с энтузиазмом. Самара, это же наш дом, мы должны дом убираться. Поэтому считаю, это общественный долг убираться в городе. Каждый вышел, по чуть-чуть убрал во дворе, и все, и сразу чисто будет. Мы же здесь живем. Это нас окружает, поэтому мы должны это делать. Для активных участников уборки лидера движения «Дорога-63» приготовили ценные подарки. Подробности можно уточнить на странице общественного движения ВКонтакте «Дорога-63РФ». Напомним, общегородской субботник пройдет 18 апреля во всех районах Самары. Инвентарь уже наготове. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.